Нет, на только прокачиваемая техника. На премах не действует акция. Это... Я тоже сначала подумал, было бы круто покататься кучу игр на каком-нибудь FCM, там, зафармить. Произвести по технике противника 4 выстрела, нанёшь их урон. Ну, это вообще изи. Когда я говорю, вот это вообще изи, у меня почему-то получается такой ужасный бой. Привет, девайс. И привет, ребята, всем. Доброго времени суток. До скольки я планирую стримить? Ребят, очень сложно мне прогнозировать, какие буду стримить. Как бы пока играю, стримлю. Как минимум несколько часов еще точно я постримлю. Продать арту и нафармить 2 миллиона. Ничего себе, какой хитрый план. Опа-на. Вы только смотрите, что там вытворил Т-49. Он просто засветил всех. Это хорошо попал. Чё еще тут? Походу пора сматываться. 87. Есть 5-4. Get my music. Yeah, it's my playlist in my social network. Russian social network. ВКонтакте. You can find all the link below the translation, man. Mostly I get this music from digitally imported radio. Chill out channel. Ну, смотрите на вот этого ИСа. Ничего не смущает, вот его мне интересно.
not reload as fast. Да, смысл ставить-то... Я и так, в принципе, неплохо передвигаюсь. На самом деле, да, я очень хотел ИСУ в корму зарядить фугас, но подумал, что... ладно. Я что-то в последнее время прям... довольно-таки спокойно стал относиться к ребятам, которые особо не очень хорошо играют, не помогают или делают что-нибудь не очень хорошее. Старею я, наверное. Чувак на кумулятиве. Такси 20-12-19-75. Национальное объединение танкистов. Такие дела, ребята.
Привет-привет всем ребятам, давно идет стрим, стрим идет 6 часов 41 минута. Ого, там и 7, и Т-57 Хэвик продавили, можно сказать, Бананидзе. Да, что-то ребята, конечно, молодцы. Вот смотрите, опять все на гору поехали. Почему? Зачем? Я никогда не узнаю ответ на этот вопрос, наверное, зачем все едут на эту гору.
Почему 430 убегает? Ну, ну это провал, конечно. Как так мы умудрились растерять все полимеры? Как вот я его... Да, вот если бы я попал без гусли по этому СТБ,
Да еще, может быть, что-то и получилось бы. Что за неслыханный простофиль? Да чего он там кукарекал? Мне интересно, вот что у человека должно быть там в голове? Ведь он же видел, чем я в нее стреляю, раз он там раскукарекался. Он же видел, что я обычными стреляю. А зачем этот фарс по поводу голды и так далее? Очень странный какой-то человек. А, тут мне еще, оказывается, свои зарядили. На ружке. Интересно, а кто мне зарядил? И на сколько? А, 21. Ну да, это он. А, это он мне врезался, похоже. Сколько стоит компьютерная комплектация? Вообще не без понятия, сколько он сейчас стоит, потому что я покупал его больше 2 лет назад. О, эй, Хапатанус. What up, man? А, это по поводу 430-го был? Ну тогда ладно. Я просто думал, это он что-то на меня там бучку гнал. Этим уже никого не удивить. Ложился, я стримил, проснулся, я стримлю. Да. Этим уже никого не удивить. Сколько у меня сейчас времени? Привет. Времени 8 утра. Проблем с FPS, да вроде и нет. Тут, на самом деле, вот эта ситуация с FPS-ами просто полностью непонятна для меня. То есть я ничего не делал просто, как бы вот, ничего. И взяло и все само наладилось. Как-то так получилось? Я не знаю. Я ведь, я говорю, все началось с того, что я начал, ну, немного и некоторое время не играл в танки и начал стримить World of Warcraft. Вот. И после того, как я его постримил, у меня почему-то начались лаги, когда я стримлю танки. Но сейчас уже все окей, как бы, я вообще не понимаю. В смысле, уже давно все окей. Я не понимаю вот эти вот снаряды, которые я стрелял, они вообще куда летели?
Treffer. Как же это я так? Да, вот это зря, конечно, я схватил от него. Вот это он хитрец. Вот просто я такого даже не ожидал от него. Только посмотрите. Ну, в общем, я вот ошибся, просто дико ошибся. Если бы я не попал под первую раздачу Есотова, я бы еще смог бы затащить. Почему нельзя 4000 настрелять, например? Почему, блядь, надо насветить?
Зачем вожу столько кумули? Вообще, в принципе, да, надо кумули-то поменьше поставить. Даже, наверное, есть смысл больше фугасов поставить. Как дела на пути к Маусу? Да никак. Я открыл же альфа-тапок и не выкупал его, ничего с ним не делал. Так что пока никак. Будет ли арта? Будет. Почему же нельзя и на дамаге? Почему именно светить надо? Прям жалко, что я по дамагу. Что-то, ребят, как-то не очень сыграли. Все затопление противник. Oh yeah. Да, ребята, конечно, просто все сделали, чтобы выиграть почти. Майор излом. Привет, малышка. Ну ты 71 с первого раза насветил 4К. Ну, красава. Что я пью? Я пью до...
Хотел сказать доктор Пепси. Пью пепси-колу. СТ сомневаюсь, что могут светить так же хорошо. Ну, хотя, может быть. Ну, смотрите, фанат корма. Вот, честное слово, никогда не понимал вот таких вот фанбоев, которые сложно, чтобы придумать свое и не берут что-то чужое. Мне это вообще непонятно, зачем так делать. Честно, я даже никого отсюда не увижу, видимо. Ну, просто отличная стрельба. Блин, чувак стрелял по ВТС-100, а убил. Ну, в общем, вы поняли, кого он убил. Убил Т-34. Амуниционом. Амуницион Шпигель-Мигель. Ну или что-нибудь типа такого.
Так, а где у них еще один Артуркин, интересно? Вот это просто было первоклассно, чувак. Выдал. Привет, это будет он. Да, но, к сожалению, нанес дамаг только одной технике противника и по двум своим попал на 700 или на 800. What is this? А мы что-то уже 1-4 летим? Так, ну этому-то я... О, лол. 5-4. Ой-ой-ой. Немножко не рассчитал. Чувак, тебя с центра расстреливают, этот. Еще один выстрел с уроном надо. А ББ вообще мне не понравились на 53-55, потому что у них пробитие всего 241.
То есть как бы не очень. Ну вот на Т-92 я понимаю, ББ, там 380 или 360 пробитие. Эх, вот это был мой шанс, а я им не воспользовался. Не, поэтому на 53-55 только фугас, ребят. Ну, не знаю, может быть кто-то там нормально из ББ стреляет. У меня вообще ничего не получалось с ББ. 370, да, ну вот, очень большое пробитие от 92, ну, вообще может в маску пробивать. Задание. Снаряды долго летят, да, но по сравнению с 261 у любой арты снаряды летят долго, ребята, это вообще даже не обсуждается. 261 просто реактивные снаряды. Привет, Мазилка. Привет, Экс-Рэд. Колхозник из Тюмени. На ИС-6. Я все-таки уничтожить легкий танк противника в первые 3 минуты боя. Да ладно, да ладно, офигеть. Как такое задание можно придумать? Ну что это такое? Нанести, ой, тьфу ты, убить светляка в первые 3 минуты боя. И это на концепт. А на Т-55 убить светляка в первые 2 минуты боя? А на 261 убить светляка в первую минуту боя, что ли? Непонятно. Они иногда приезжают. Да. Действительно, ведь они же приезжают иногда. На 200 надо бить светляка до начала боя из ангара, да? Отличная идея, ребята.
Привет, Cash Holes. Это вообще красава, Т-71. Нечего ломать деревья. Я, кстати, чуть был сам поржал на Т-71, а сам чуть было плюшечку не получил от Артульчики. Такой раш идет вообще просто. Der ging voll durch ihre Panzerung.
Я аж подпрыгнул. Да, надо кумулятивов убрать десяточку. Привет, Фоке. Ну, я думаю, это очередной мастер будет. Да вы только посмотрите, очередные 2326. Да, кстати, неплохой получился замесик. Я думал, что Т-49 все-таки меня почикает. Но немецкая мощь затащила. Да, бой, конечно, очень неплохой получился. Эй, Крузер, привет, Карлос, Эстебанес. По поводу переобучения, да, я слышал про эту фишку, но я что-то не знаю, у меня такой необходимости, я думаю, нету кого-то переучивать. Да, штуку я нафармил уже. Так, 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 убитые машины. Ничего себе, там заруба двух платов уже.
Ну, в центре прям какой-то аншлаг, я смотрю. А, из третьего у нас мистер Хоббит, видимо. Может, туда сорту выцепить? Чувак просто упал. А из третьей там выйдет, походу. Представляете, из третьей сидит на базе. Красава, что-то сказать. Но опять же, я сам виноват, потому что не пробил один раз его. Yeah, Cruiser, I got the stuff. Что лучше поставить этим модулем нового Z111? Ну, как бы, оптика у меня на всех и стоит. На всей технике, кроме арты, разве что. Вы повторите World War 35% побед, так и мы несколько раз и с Вовой это повторяли. Это вообще очень просто на самом деле. Yeah, I agree with you, Krauser. It's really strange that full woman crew speaking on man language. I mean, yeah. Not language. How do I say this? Doesn't matter, you understand me. Что это такое? Алло.
Да ладно, чувак, успокойся. Вот это плохо, что я не попал по этому 13.75. Пробил меня. Правильно, я на ZTK играю, у меня почему-то дамаги больше, чем света на ZTK. Неправильно, пофикси. А что делать с 13.90? 13.90 в полном порядке. Ну, 13.75 может быть, а вот 13.90... Как задачи пропускать, можно же это можно пропускать. Ничего не пропущено, просто у меня недовыполнена на ЛТ задача штука, а остальные 4 класса техники я выполняю уже задачи на конце. Шанс разрыва увеличен.
Из четвертой просто супер позиции. Я вот таких людей я просто никогда не понимаю, которые сидят на тяже. Вообще на любой технике, уж тем более на СТ или на тяже, которые забираются на эту гору. Это просто такие неслыханные простофили, и оправдания таким людям просто нет. А, да там сзади кто-то стреляет, походу. Просто отличный тайминг. Именно в тот момент, когда я решил выехать. Я не знаю, где музыка. Все, он уже проехал. А, отлично. Да еще первый там разобрался.
почему вот этот чувак здесь простоял? Чувак, что ж ты делаешь-то? Это просто какой-то... Город Чо. Офицер по кадру. Ну и кадр. Ну, вот этот неслыханный простофиль весь бой простоял на полке. Ну что ты еще скажешь? Служит светляка в первые 3 минуты боя. Я все никак не могу поверить, что они такое. Ничего себе, Фоки выкопил Мауса. Домашку среднюю поднять на нем. Красава. Да, кстати, на улице просто снегопад. Какой-то 69 творит. Камикадзе какой. Это 71. Что вообще происходит? И 13.90. С8 поехал по полю.
Я тут такие маневры совершаю. Че и с восьмой никак не справится с этой мелешкой. Это ретяжка. Это Сталин, привет, Алекс.